Не знаешь, где произойдет акция, но нужно следить за тем серым потоком, знаешь? Это постоянно наше сопровождение. А, вот это да. Виктор. Кем же на Қашы номер жинал, сонда не, топ-топ-топ келеміз бі, не біз келетін болса? Кім келет? Давайте біз басымызда ұшаңыздар, біз кіреміз. Біз заявлениямыз бар, біз депутаттардың несіне келгеміз. Давайте бізді кіргізіңіздер, біз ешнәрсе білмейміз. Кіргізіңіздер бізді. Айтылатын жиналсын сіздердің арамында. Кімді бұл егер жиналады? Болды, ол жиналады. Болды, ешкім жоқ, басқа келетін Соған кіруіміз керек болып тұрмыз біз. Соған кіргізіңдер бізге, біз ұрсуға келіп тұрған жоқпыз, неге тұрған жоқпыз. Яғни тұрсыңдар. Кім жібермейді? Біз заявление жасауға келдік қой, приемға кіруге не үшін кіргізбейсіңдер? Давайте приемға не. Мен плакатсыз келіп тұрмын. Мен плакатсыз, нәрсесіз, қарусыз келіп тұрмын. Давайте. Енді тұңға. Это что такое? Вы что, то не имеем права заявление, что ли, сдавать? Почему вы нас не отпускаете? Наши земли перекупают, потом продают. Изымают незаконно. Почему вы здесь должны стоять? Біреуің ғана жүрсін. Потом перепродаются. А все это знают и молчат, сидят. И до сих пор у нас выселение продолжается. 25 числа будет выселять еще одну семью, многодетную. Несмотря на то, что у нас есть все доказательства. Мон, подавали на личный прием. Он не берут. Дариха Назарбаева принимает пускай нас на прием. Депутаты принимают депутаты народ. Депутаты пускай принимают народ. Каждый нам с нами, нам, наше уже действие, которое мы писали всем депутатам, всем маслихатам. Депутаты, выходите! Депутаты, выходите! Депутаты, выходите! Правду не скрывайте! Вы воруете народ и закрываете на это глаза! Депутаты, выходите! У нас есть все доказательства, что вы нас воруете! Вы все видите, но молчите! Выходите, мы к вам обращались! Сколько раз мы к вам обращались? Наши дети остаются на улице. Куда вы смотрите? Выходите, депутаты, выходите! Значит, нас не считаешь за людей. Мы пока не выходите, депутаты! Ущемляете наших сын. Выходите, депутаты! Выгоняете на улицу! Выкидываете! Издеваетесь над своим народом! Сколько можно терпеть уже? Сидеть на кресле и наши деньги жевать. Выходите, депутаты! Мы у вас не просим жилье, мы хотим вернуть свое, что вы обокрали наше, что вы обокрали.
107-101 от 6 февраля 2007 года. Мы приковали себя с целью того, что в пятницу мы подходили в Генеральную прокуратуру. Мы хотели просто попасть на прием в Генеральную прокуратуру, но непонятным нам причинам нас взяли, всех запихали ОМОНовцев в автобус. Ну для чего? Мы же были без лозунгов. Это же не был митинг, мы были без лозунгов, без оружия. Но нас почему-то всех закрыли в автобус и забрали в Весильский район. Мы пошли в Акимат, и нас опять же забрали в Сорокинский район. Почему они боятся правды? Ведь у нас есть письменное доказательство, что наши земельные участки изымаются незаконно, и потом перепродаются. Что же нам делать теперь? Да. Что же нам остается? Они же сами нас до этого довели. А обещали что нам? Светлое будущее, будущее детей. А что же наши дети? Наши дети остаются на улице. Они приходят в 11 часов ночи, выставляют детей на улице, когда их матери лежат в больнице и сносят дома. Значит, это наше правовое государство. Где мы видим правовое государство? Это наше законное приобретенное имущество. И никто не имеет права изымать у нас незаконно. Мы будем отстаивать свои права хоть. Мы пойдем до конца. Мы пойдем до конца. Ладно, если нас будет ждать впереди смерть, мы и на это пойдем. Потому что мы уже устали. Нас они сами, мы два года все это оспарили в правовом порядке. Мы не делали мы этого не делали. Мы хотели решить все мирно, но они же сами создают эту социальную напряженность. Мы сейчас прошли все суда, а дети там стоят. Они же плачут, они же к нам хотят, они и так-то испуганные. Ну почему они нас к депутатам ведут в сопровождении? Мы что, преступники что ли? Депутаты, выходите! И забирать. Больше, кроме... Амонда, я не кушке баки деп бездерді, айелдерді. Позор депутатам! Позор! Позор! Немен резакпен біргелетті қазына құрмасы. Позор! Әр жерде тоқтатып, удостоверениемізді көрсетіп, зорға өттік қой жаңа мына жерге приемға, қабылдауға. Бұл не деген? Депутаты переодежды. Живет народ! Позор! Он во время обеда еще этот вытаскивает... Мызды қампитып, балаңызды арқамызға арқалап тұрып жұмыс істесеміз. Көнбеген нәрсеміз жоқ. Соғысқа да көнгеміз аш. Ходите. Дети это отдельно. Дети пусть дома сидят. А когда сносят детей на улицу кидаете, вы это знаете, а когда тогда вот не надо, да? В рамках договоренности. Четверг, ориентировочно в 11 часов. Мы сейчас уходим домой, да? Мы в четверг приходим в 11 часов, мирно, да? В четверг в 11 часов. В 11 часов встречаете. Сейчас нас должны снять, мы же ключи с собой не берем. Кто снять? Да. Ну а где ключи ваши? Мы ключи не берем. Зачем? Потому что нас в пятницу... Ну пригласите их, пусть придут. В пятницу нас вообще забирать не было оснований. А я сейчас что могу сделать? Хорошо, давайте это уже... Просто дети. Это уже с аппаратом вы в разговоре идите. Я, да, с вами еще до этого выйду. Еще раз время мы в четверг обозначили. 11. Будем живы-здоровы, дай Бог, да? Встретимся в четверг 11. Если что... Все там тоже кто-то с знаете, не должна Аджахсы давайте. Вот я сейчас снимаю, но при условии, что в четверг в 11 часов нас будут принимать депутаты, с нашим участием будет проводиться расследование и присутствие журналистов. Если это не будет, как бы они опять нас обманут, то мы сейчас оглашать не будем, но мы пойдем на крайние меры. Здесь шаршадых уже. Денсаулықтан денсаулық қалмады шығандай. Режьте, не открывай. Маленький болторез. Замок? Замок есть? О! Мин, мы же...
таких.